Есть один случай, когда для объявления массива вместо квадратных скобок используется многоточие. Это объявление метода, принимающего переменное количество параметров. Давайте посмотрим, в чем разница. Если у нас есть метод, вычисляющий максимум элементов массива, то чтобы вызвать его и посчитать максимум из трех элементов, мы должны написать что-то такое. Довольно неудобно и неуклюже выглядит. Если же метод объявлен с многоточием, то мы можем написать гораздо компактнее. Компилятор сам упакует параметры в массив и передаст в метод. Обычный массив сюда также можно передать. Внутри метода работа с таким массивом ничем не будет отличаться от работы с обычным массивом. Многоточие влияет только на то, как метод можно вызывать.